тяжело начали. Моменты были. Мяч не заходил никак. Мы пытались. Вот во втором тайме забили. Причем забили сразу три мяча. У нас все последние матчи, второй тайм, по три мяча забиваем. Почему именно во втором тайме удается прибавлять? Не знаю, но команда чуть расслабляется, мне кажется. И выходим, забиваем. Вторые таймы наши, мне кажется. Потому что ты также появляешься на поле. У тебя четвертый матч к ряду и уже пять мячей. Как ты это делаешь? Не знаю, но я делаю свою работу, как должен каждый нападающий. Стараюсь. И... мне кажется, пришло время спросить у Дениса Викторовича Клюева, когда я уже в основе-то выйду? Не знаю, ему виднее. Я стараюсь, тренируюсь, делаю свою работу. И ему виднее.